была, та часть была, наверное, она длиннее, как луна, знаешь, одна сторона обернутая, другая нет. Та часть была малонаселенная, именно там вы бой проводили. Другая часть была солнечная, там была светлая сторона. И там жили люди, которые, ну, которые, да, люди. Я не знаю, высадились ли вы на той планете, или вы жили на той планете, это пока не идет. Просто вижу эту планету вот так разделенную, как луна, одна сторона и другая. И вот на той темной стороне у вас бой шел. Мы-то как видели все. Рой-то понятно. Мы-то как это все видели. Какая-то привязка твоя к этой планете, или скорее ты там жил? В темноте мы как могли видеть. Вы не ви... А, ну, когда война была, а там не было полной темноты, там не было такое, что совсем-совсем темнота. Это как вечер поздний. И они видели, и вы видели. Какие-то как накладки были, через какие вы видели. Просто вы отвели оттуда, где была густонаселенная, на ту, которая была такая вот. Чтобы они не высадились полностью, всех не уничтожили. То есть, если бы вы их там побили на той стороне, ну, планета бы не пострадала, в принципе. Ну, люди бы, да. Люди бы не пострадали, Ну, да. там была высадка мелочи, там какие-то типа диверсантов засылали. Просто зачем? Посмотри, что там все-таки привлекло на эту планету. Ну, кроме того, что я там был, но я-то скрывался. Я просто знал, что они туда высадятся. Успел подготовить чуть-чуть. Что там было? Потому что я кроме боя этого ничего не помню. Где шок мозг? Возможности общаться между собой биологические и квантовые компьютеры у всех жителей этой планеты были. Это надо восстановить. Между собой все общались телепатически и чувствовали друг друга, поэтому ты чувствовал за всех, за всех, за всех. Только это было как на уровне одного клана, но как, знаешь, внутрисемейные какие-то отношения, родовые отношения, вот эта семья могла друг друга чувствовать, чтобы не было постоянно диссонанса. Как у каждого клана какого-то были свои волны, и вот эта группа на этих волнах, вот эта группа на этих, эта группа на этих волнах работала, и так между собой взаимодействовали. А остальные коммуникационные связи выстраивались по типу разговора. Только когда уже организовалась у вас военная база, такая военная вот армия, тогда все переподключки из всех родов стали подключаться тебе, и поэтому тебе нужна была эта накладка такая большая на физическом уровне, чтобы вместить полностью все, потому что все вот эти люди, которые были там 24-25 тысяч, они были из разных кланов, из разных родов, и тебе нужно было совместить между собой все вот это. Фух, не знаю, откуда она поперла. Правильно я говорю или нет, тоже не знаю. Проверим, что у нас там из леталок было, пусть синий показывает. Леталки, помню. Леталки были похожие на большие беспилотники, такие вот так, четверо, четыре каких-то, как, не знаю, мотора, механизма какие-то, вот так, они Типа просто, антигравы, да? да, они просто, но ну, они были как беспилотники именно, потому что они управлялись обратно же, их мог управлять как силой мысли, на тех самых квантовых основах можно было вот этими управлять, те, которые летали, задавал цель туда, 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 как в компьютерной игре мышкой, вот туда переставлял и все, и они слушались тоже. Это тоже было подключено к этой насадке большой. Это не было естественной способностью всех людей, на тебя это было как возложено на голову. Вот этот вот искусственный мозг. И это было внедрение, знаешь, как вшито в голову, как какая-то лоботомия. Я не знаю, даже если бы ты выиграл бой, как бы ты тогда жил, только с этим или обратно операцию бы делали, как крышку головы вот так срезали, чтобы это поставить, чтобы, ну, или операцию делали, возможно, там какие-то другие технологии, но для более тесного, вот полностью, как
к мозгу, к каким-то сетям там подключались. Я не знаю, как это правильно тебе сказать, но какой-то симбиоз, какое-то взаимодействие между человеческим мозгом и тем биокомпьютером было. Это у тебя на голове было. А принцип, как они, я тебе рассказала. Поэтому, когда подключили на всех, ты начал чувствовать все родовые связи. У кого-то мать бледанула, у кого-то там что-что-что, потому что память всех родов на тебя хлынула. Да, когда они умирали, все, что вот они держали, как вода, знаешь, как напор. Вот Да, они да. умерли, не было тех, кто держал эту память. И во мне, мне пришлось ее перерабатывать как-то и Да. запоминать. Поэтому я стирал личную память, все свое, и чтобы подзагрузить. Там какая-то странная была система реинкарнации, ты мог это все не только перезагрузить, это было необходимо не только для того, чтобы это потом отчитаться, где это делать. Ты мог эту Я информацию как помню, в в тело голову, да. перекачать, да, и да, дальше они бы жили каждому в его род, то есть чтобы у тебя была какая-то вот система Никто не опознавания. забыт, ничто не Да. забыто. Пока я помню, они Да. живы. В эти роды мог ты скачать как информацию, передать информацию о тех, которые погибли, и они бы там, их сознание в новых телах бы ожили. Да, в новом роду. Поэтому они не боялись, в принципе, погибать, и они боролись все. Они знали, что вот в этом теле, если они погибнут, они тем же своим сознанием, в своем же роде они воплотятся, вот ты принесешь их. И сейчас это вот в муравейник хочет разрушить все родовое, все связи, все семейные связи, семью. Потому что это чуждо ей. У нее одна семья, она одна. И у масонов то же самое. Ты мне говорил что-то другое, посмотрите, а у меня как-то... Что привлекло туда? Почему та планета и почему они уничтожили рой? Возможности телекоммуникации, возможности неправильно, не телекоммуникации, возможности коммуникации квантового сознания и человеческого мозга. Тело было практически человеческое, и вот как внедрение это, соприкосновение это было главное, что необходимо было. Что уничтожить, да? Да. Да, потому что вот это вот коллективное сознание, оно фонило на всю Вселенную гармонии. Да, это было именно гармонично, его Ее можно было подавляло. держать под контролем, вот на уровне И это тюх-тюх-тюх. коллективное сознание было, а не роевое, то есть там объединение Нет, это было людей. объединение, это было как отдельные особи, люди, вот каждый человек, но у Общаться, них да. было общее поле. То общество, что сейчас хоть неплохо было бы возродить. Без подавления индивидуального. Именно не роевое, а возможно, коллективное общение. Только не вот этими тупыми компьютерами, а теми правильными. А уничтожило-то зачем все-таки? Понятно, она потом. Уничтожила, зачем планету? Отместка. Как далеко это от нас, если бы это наша Вселенная была? Нет, не очень далеко. Совсем недалеко. 300-400 лет. Почему они годами меряют, не знаю. Но говорят, 400 лет. Световых лет получается. Наверное. Говорят, что не очень далеко. Еще есть кто знает о Рое, о враге больше Говорят, всех? что по-нашему 52. Обратно лет 52 в нашем времени. Не знаю, что... Или они... Лететь получается? Поспросил. Ну, говорит, да. Световых лет, то есть свет будет лететь, да? Да. Если нашими, у них постоянно идет затык, потому что какие-то другие более правильные вот меры расчетные, и им на наши переводить это кажется очень неправильно, но они как-то Неправильно. переводят. Ну, парсеки тоже неправильно. Есть кто-то, кто летает между звездами и знает о Рое, и противником Роя является в нашей Вселенной.
Говорят, были. Куда делись? Не говорят, не объясняют, как растворились и все, не знаю куда. Ну вот наш флот, который сейчас. Покажи ему наш флот, ты тут, когда он еще был. И спроси, откуда они меня знают. И с той планеты ты посылал сигнал в СОС. А до той планеты я с ними контачил? С ними нет. А с кем? Ты контачил с ними, когда был на той планете. Да, у них тоже пси-волны, скажем так, телепатия. Как нам восстановить эту телепатию людям на этой планете? Говорит, она у вас есть. Как улучшить, убрать помехи? Это пока не решенная задача, говорит.